Сочинцы вышли в лидеры на краевом первенстве и кубке по джиу-джитсу. Турнир прошел в Белореченске. В первый день состязались дети, а также юноши и девушки в рамках краевого первенства. Во второй день на татами сошлись представители Юга России, юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины. Более чем удачным можно назвать дебют сочинских спортсменов. Чемпионками турнира стали Ольга Авдеева, Анастасия Ячевская и Милара Авагимян. Серебро турнира завоевала Юлия Маликова. Все спортсменки тренируются у Ольги Авдеевой. Стоит отметить, что юниоры и юниорки, а также юноши и девушки, представившие курорт на турнире, принесли Сочи награды практически в каждой весовой категории. Особо организаторы отметили спортсменов 7-й спортшколы курорта, а также учащихся 6-й гимназии Сочи, сестер Авдеевых и братьев Григориан. Ребята показали очень хороший результат, несмотря на то, что для них это был вид спорта новый. И все участники соревнований показали очень хорошую борьбу. Приятно было наблюдать. Сочинские единоборцы пополнили состав сборной команды Юга России. Сейчас готовятся к первенству и чемпионату России по джиу-джитсу. Оно пройдет в Подмосковье в декабре.